пошло. Вот этот сюжет будет про ужасы Хабаровска. То все, ужасы Комсомольска. Вот бывшая дальневосточная столица. Что собой представляет? Не где-то на периферии, а вполне себе в центре. Вот это вот такой район. Это железнодорожная академия. Причем это с тыла я, то есть лицевая, с другой стороны корпус. Ну, это вот все обнесено забором, как бы. Причем это учебные корпуса без общак. Справа вот это юридический институт. Ну, юристы там, юристы. Причем федеральный, не какой-то частный. А вот здесь вот любуемся. Тыдыщ, вот такая домина вот. С печным отоплением. Вон она, вторая. Ну, то есть, вон бараки видно, кирпичная стена. Там бранд. Это самое, Брандмейер, чтоб не сгорело полностью, да, который там в Москве ищет. Вот там вот вторая домина, такая же. А вот это вот самая крутая хабаровская недвижимость в центре, которую, вы представляете, 21 век, да, но я сейчас перейду на другую сторону. Это улица Герасимова, кто хочет, может на карте найти. А вон другая, перекресток Яшина. Вот, и вот такая, ну там он видно, еще недвижимость такая, сталинка такая, типовая, 30-х причем годов, явно, не 50-х. Вот недвижимость, видите, все как бы как. Тут вот только что дедок рубил дрова, короче. Ну и на фоне там авто, вот сейчас стоял тут крузак, уехал просто, вот прям вот тут вот стоял вот здесь, перед Кроуном. И тут люди, как говорится, помойки кидают мимо мусора, вообще не понять, куда кидают. То есть вся инфраструктура там вот тоже. Ниже видно еще третий. Вон домина третий. Такой же барак. Ну, может, посвежее доски, но... Вот зацените, короче. Ну, то есть, что говорить можно, да, это центр города, в принципе. Это не какой-то частный случай. То есть, тут вот пройти вот такой вот хероты... барачно, гнилой, немеренно, с которой никто не хочет выселяться. Даже есть домики одиночные, частные, прям стоят так в помойке. Ну, вот она. Ну и что говорить? То есть уровень культуры, уровень подхода к градостроительству, к архитектуре, ну и в конце концов просто уровень людей, которые вот это все принимают как должное, как... Желающих жить в этом бараке будет до хера. А тут вот юристы, которые будут права там отстаивать и прочее. В всяких конторах заседать. Очень полезные люди. Фух, их меньше не становится. Это не считая Академии управления, Академии экономики и права, которые тоже юристов воспроизводят. То есть вот куда уходят ресурсы страны. Это не Япония, где обновляют по плану. Там каждые там 30 лет сносят все нахрен. Строят под тех, то есть вот технологии какие, печное отопление. Ну я так, может, это вот видите, куплю авто на дереве, доска объявлений, вот он интернет хабаровский и так далее, короче. Я вот в это углу, ой, не совру, не был достаточно много времени, ну лет 5, наверное, не 5, 4, наверное, 4 все-таки. И вот тут меня занесла судьба опять в этот угол. Ну и я как бы не удержался. Ну вот он, крузак стоит. Ну это вон еще там машинки всякие. Все, короче, просто нет слов. Вот какой асфальт, тут люки всякие засыпаны. В общем, вот тут прям огород, помойка, не понять что. Зеленые насаждения. Ну там вон пытались, видно, подпалить. Но, тем не менее, жизнь продолжается, да. Вот этот Брандмейер, стена. Пипец, архитектура, короче. А это жил академия, это вот вход в этот учебный корпус с этой стороны. Вот такие вот приколы. Вот Хабаровск. Это уже на север я еду. В сторону... университетского городка и так далее. Видите, виды такие симпотные. С этой стороны стоит коттеджики, а тут вот
ого-го. А тут вот с другой стороны. Борьба, короче, идет не на жизнь, а на смерть. Вот контраст. Вот этот домино и дворец, вон даже там клумбы, видите, амурчики, вазоны держат. Дорога, конечно, супер там. Вот специально достал снять, потому что, ну так, рассказывать бесполезно. Вот это вот столица Дальнего Востока бывшая. Вот дом какой бревенчатый сруб. Дома пошли, опять панельки, все. Переход с одной стадии в другую. Остановка топографический техникум. Топографический техникум называется остановка. Амур вот там, вот в той стороне. Какие-то чудом не застроенные пустыри вот здесь будут. Опа! Подрезал. Говнюк такой. Говнюк самый настоящий. Кинулся под автобус. Следующая остановка Академия экономики и права. Тут вообще лес. В отличие от нашего города. Остановка Академия экономики и права. Следующая остановка – технический институт. Экономика и право. Да есть еще экономика и лево. Ну, я так шучу. Ой. Там опять тучи собираются. Собственно, мне выходить.